пещеры Летницкой области. Лестница. Пещерный коридор лестницы проникает сноп солнечного света, образуя огромный фантастический ореол. Гарваница. Глубокая пропасть в скалах. Гарваница, подобно огромному колодцу, отвесной бездне, погружающейся в недра земли, как врата в потусторонний мир. Пещера водопада. Водой великолепных Крушунских водопадов берут свое начало из одноименной пещеры. К ней ведет тесная тропинка, которая пробирается сквозь известняковые глыбы. Водяной поток низвергается со скалы мириадами брызгами и скачет вниз, струясь по многочисленным водоскокам. Турецкая церковь. Суровая атмосфера турецкой церкви источает ощущение древности. Известковая скала, зубчатая и потрескавшая, переливается разнообразными бледными нюансами. Бонинская. Длиннейшая судоходная пещера в Болгарии. Бонинская воистину необъятное подземное царство. Чтобы туда проникнуть, нужны лодка, фонарь, лестница, веревка и опытный проводник, но в основном побольше мужества. Футиева пещера. Темная и сухая галерея пещеры – это именно то место, где можно скрыться от непогоды. Но для того, чтобы зайти вглубь, необходим гид и специальное оснащение. Урушская маара. В давние времена пастухи юруки прятали от плохой погоды и поили свои овец в урушскую пещеру. Такова легенда, которая дала ей это имя. Под плотным слоем растительности пещера скрывает множество подземных источников. В глубине пещеры водные и сухая галереи соединяются. Познакомьтесь с пещерами Летницы. Спуститесь в загадочный подземный мир.